Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Полнолуние 19 августа будет очень денежным для этих трех знаков зодиака. Кто именно, узнаете в этом видео. Каждое полнолуние – особенное событие, но полнолуние 19 августа принесет нечто большее для некоторых знаков. Представители этих знаков зодиака почувствуют на себе мощную энергетику Луны, которая поможет им раскрыть свои финансовые таланты. И в этом видео вы узнаете, какие знаки зодиака смогут воспользоваться уникальной возможностью. Итак, и первые знаки – это Овны. Их ожидает поистине волшебное полнолуние, которое осветит их путь к финансовому процветанию. Это астрономическое событие откроет перед ними новые горизонты в финансовой сфере. Интуиция усилится, помогая им принимать более взвешенные и осознанные решения. В этот период они почувствуют прилив энергии и мотивации, что станет отличным стимулом для достижения их финансовых целей. Многие Овны могут получить интересные предложения по работе или вдохновение для нового проекта. Астрологи рекомендуют им составить детальный финансовый план, проанализировать текущие доходы и расходы, а также быть открытыми для новых возможностей. Пусть это полнолуние станет началом новой финансовой главы. Вторые знаки – это Львы. Для них полнолуние откроет новые горизонты в карьере, личных отношениях и творческом самовыражении. Под влиянием этого события они обретут вдохновение и уверенность, необходимые для решения сложных задач, таких как завершение важных проектов или успешное проведение переговоров. Эмоциональные силы и обаяние будут на высоте, что позволит им добиться признания в профессиональной сфере. И этот период станет идеальным временем для раскрытия творческого потенциала. Львы, работающие в творческих профессиях, могут создать выдающиеся проекты, которые принесут не только удовлетворение, но и финансовый успех. Для усиления благотворного воздействия полной Луны полезна медитация, визуализация и пребывание на природе. Для них сейчас благоприятный период для того, чтобы улучшить свое материальное благосостояние и достичь гармонии в жизни. И последние знаки – это Водолеи. Для них предстоящее полнолуние откроет невероятные возможности для финансового роста, особенно в сфере творческих проектов, интуитивных инвестиций. Водолеи ощутят мощный прилив творческой энергии, который поможет им найти уникальный путь для запуска новых проектов. Создание собственного бизнеса, инвестиции, перспективные стартапы. В этот период они могут получить предложение о сотрудничестве, которое будет способствовать увеличению их доходов. Интуиция подскажет, какие проекты будут наиболее успешными и какие риски стоит взять на себя. Доверие к своей внутренней силе станет ключом к финансовому успеху. Период полнолуния обещает значительные прорывы, которые осветят их финансовое будущее. Чтобы усилить положительное влияние полнолуния, рекомендуется заниматься медитацией и вести дневник благодарности. Полнолуние 19 августа станет настоящим финансовым магнитом для этих знаков. Этот период принесет изобилие возможностей для достижения успеха и процветания. Для них откроются и новые перспективы, и выгодные сделки, и реализация творческих проектов. И если вы принадлежите к одному из этих знаков, будьте готовы воспользоваться благоприятным периодом, который продлится всего несколько дней. Извлеките максимум выгоды из расположения звезд и откройте для себя новые финансовые горизонты.